Всім привіт, привіт, з вами Громпест 7 і до вашої уваги. Гра Rebel Cops. Гра вийшла 23 квітня 2020 року. Зараз подивимося, що це за гра. Rebel Cops. Так, опції, подивимося, може мову можна змінити. Так, render scale. Це графіка, далі аудіо, мова. Так, і англійська, німецька, російська, французька, португальська, іспанська, китайська, японська якась, корейська, польська, італійська. Англійська, давайте будемо російською, так, прийняти, все, так, як відкрити, закрити. Так, є нова гра і є режим Rebel Well. Так, що подивимося, достіження, досягнення, 30 досягнення, так, не так, чим потрібно. Так, давайте почнемо. Нова гра. Так, сложний режим для тих, хто переповнено праведним гнівом. Обичний режим для тих, хто хоче спитати гру такою, якою вона задумалась. Облегчений режим для тих, хто не готов к серйозним испытаниям. Больше экипировки, больше сохранений, враги не такие свирепые, мир не так жесток, жизнь прекрасна. Такой, как она задумалась, для тех, кто переполнен праведным гневом. Ну давайте попробуємо на сложном. Не знаю, як вийде, але будемо пробувати. Це 1 октября 1994 года. Центральное отделение банка Azam and Sound ворвалось десяток вооруженных грабителей. Они потребовали провести их в хранилище, но кажется, их цель не просто нести с собой как можно больше денег, а наглядно показать, что может случиться с бизнесом тех, кто слишком упрям. Продолжить. Владелец банка Данир Азам, единственный крупный предприниматель, который отказался сотрудничать с Виктором Зуевым, загадочным криминальным боссом за считанные месяцы, захватившим весь Риптон. Зуев добился единоличной власти в городе. Он контролирует не только бизнесменов, но и местных чиновников, и даже департамент шерифа. Азаму не стоит рассчитывать, что прикормленная Зуевым полиция примчится спасать его банк. К счастью, мы не совсем полиция. Вот первый. Приблизьтесь к зданию банка. Так, може би треба було взяти легший режим, якийсь там. Якийсь лівет. Заход копа вичнеться ще два дійстві. Переміщення на коротку дистанцію віднімає копа одно дійстві. Приблизься к зданию банка. Приблизься к зданию банка. Лардайс. Ой-ой, я ж не прочитал. Так, ну ладно, ну добре. Потратил два действия. Так, ты не мешаешь. Ставится дальше набежать вперед, но дальше обычно опасно. Кто коп можно наткнуться на преступника и поставить под угрозу не только себя, но и всю операцию. Вон, подберитесь ближе. Так. Объекты, с которыми вы можете взаимодействовать, выделяются обводкой. Обводка бывает разных цветов. Это зависит от типа объекта и его важности для выполнения миссии. Ход преступника. Вот два.
Для перемещения камеры проведите пальцем по экрану. Продолжить. Подойдите к окну. Прежде чем заходить в здание, лучше заглянуть внутрь через окно. Так можно вовремя заметить врагов и скорректировать свой план. Подойдите к окну. У каждого активного объекта есть пин. Выбрав пин, вы увидите список действий, которые можно совершить с этим объектом. Откройте окно. Открыть. Открыть окно. Бун, подойдите к окну. Так. Поле броня жилет. Добрый, после броня. Хорошо. Навыки. Давайте перейдем от окна. Откройте окно. Открыть. Okay. Вход преступника. Вход третий. Спрячьтесь за столом. Преступники не могут увидеть копа за укрытием. Подойдите к преступнику. Если подозрительно, то будет обеспокоен, особенно внимателен. От него все еще можно будет спрятаться, но если озадаченный враг заметит вас еще раз, то тут же поднимет тревогу. Оглушите преступника дубинкой. Дайте преступнику дубинкой по голове, чтобы оглушите его на два хода. Конечно, нож в таких ситуациях тоже подойдет, если вы готовы взять грех на душу. Прикажите преступнику замереть. А, тут я. Коп может взять преступника на мушку и обездвижить его на один ход. Да шо ж ты, подай. Спрячься за стеллажом. Так, я не больше. Большие укрытия лучше защищают от пуль, но будьте внимательны, они также блокируют вам обзор. Прикажите преступнику замереть. Чем ближе ваш коп стоит к преступнику, тем выше вероятность, что ему удастся убедить преступника поднять руки. Вот преступника. Вот четвертый. Арестуйте преступника. Арестованные преступники мгновенно исчезают с уровня и больше не доставят вам ни проблем. Отличие от убитых. Трупы остаются лежать на земле. Часовые могут заметить их и поднять тревогу. Так, арестовываем. Двигайтесь вперед. Подойдите к преступнику. Арестуйте преступника. Чтобы заковать обездвиженного преступника в наручники, нужно стоять на соседней с ним клетке. По диагонали тоже работает. Так, а что? Подойдите к преступнику. Арестуйте преступника. Так, арестуйте. Вот преступник. Займите позицию слева от двери.
Мить позицию справа двери. Откройте дверь. Открыть. Зайдите в комнату. Напарники должны присматривать друг за другом. Если коп направится туда, где его заметят преступники, то другой коп предупредит его об опасности, но только если находится неподалеку. Так что вашим бойцам стоит по возможности держаться вместе. Коп может предупредить напарника об опасности только один раз за ход. Иконка рации на портрете означает, что этот коп еще не потратил способность предупредить одного из своих товарищей об опасности во время текущего хода. Иконка глаза под ногами у копа означает, что кто-то из напарников присматривает за ним и предупредит его в случае опасности. Откройте дверь. Открыть. Зайдите к преступнику в тыл. Ход преступнику. Спрячься за стеллажом. Выстрелите преступника из тазера. Тазер эффективно оглушает на расстоянии и не нуждается в картриджах, но после каждого выстрела ему нужно 8 ходов на перезарядку. Подойдите к оглушенному преступнику. Арестуйте его. Подойдите к столу. Ах ты ж, я как незручно. Нас дадут информацию, без которой не получится выполнить миссию, а другие подскажут, где искать данные вещи. Записка. Прочитать. Робби, сил моих больше нет, эта сраная дверь все никак не поддастся. Я позвонил слесарю в третий раз, он снова обещал приехать, но, конечно, так и не приехал. Кажется, после того, как босс отшил тех мудаков Зуева, мы стали изгоями или что-то типа того. К нам даже пиццу не хотят доставлять. Мой дядя Ред дал мне какую-то отмычку, говорит. Валялась в гараже еще со времен его бурной воровской молодости. Но я хер знает, как ей пользоваться. Попробуй ты, вдруг получится. Секретно. Ход преступников. Ход 7. Подойдите к окну. Откройте окно. Откройте окно. Спрячься за столом. Если присматриваться к врагам, видите, что каждый ведет себя по-своему. Преступников патрулирует местность разными маршрутами. А вот противник, у которого руки скрещены на груди, не сдвинется с места до тех пор, пока его не побеспокоить. Подойдите к двери. Заперти дверь, отмычки хватает лишь на один взлом. Либо замать при... Сломать.
от преступника. Так, минус один. Вот восьмой. Выстрелите в преступника. Хорошо. Хорошо. На копии. Вы попадаете. Способны выдержать два попадания, прежде чем придет в негодность. Теперь ваш коп может выстрелить в ответ. Точность стрельбы зависит от расстояния, от характеристик копа и от того, вкрытие ли противник. Выстрелите преступника. После угла мгновенно убивает преступника. И в этого тоже. Ввязывайтесь в перестрелки только в крайних случаях. Шум выстрела обязательно привлечет врагов поблизости. Done and done. Этот раз вам повезло, но не рассчитывайте, что ваши копии всегда будут бить точно в цель. Следите за шкалой точности и взвешивайте ваши риски. Удерживайте комнату, пока не пропадет перекрестие прицела. Снайпер только что хладнокровно. Оставшиеся Конрад Олдспайс. Оставшиеся преступники затаились в хранилище. Скорее всего, у них есть заложники. Подойдите к раненому копу. Подойдите к... Вылечить копа. Маленькая птичка, большая птичка. Ход преступников. Подойдите к заложнику. Освободите его. Спасти заложника. Подойдите к столу. Возьмите записку. Прочитать. Синди, Суфи казались правдой. С тех пор, как у нас накрылся кондиционер, Энди сидит у себя в кабинете без рубашки, когда клиентов нет. Можешь попытаться застать его врасплох. Код от кабинета 4 единицы, но только не говори ему, что это я код выболтал. Удачи. Двигайтесь вперед. Теперь, когда вы ознакомились со основами, давайте арестуем этих преступников. Чтобы закончить свой ход, нажмите кнопку в правом верхнем углу крана. Удачи. Ход 10. А, такая самостина. Так. Либет. Не больше никого тут. Так, давай тебе заложник. Нет, не можешь. Ага, все, придет. Пусть не заложник. Так.
подають. Ход преступнику. Ход 11. Так що. Ах, відколоти нічого не зможу.
Подобил. Нет. Roger. Right away. А я еще не любил так. Треба. Так, 5 хвилин, вопит 4, заштовно 4, цінності знайдено 1, виповнен контракту, нічого не вони так продовжити. Чекпоінт. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. Наступну місію охотно з нею будемо проходити в наступному відео. На цьому всім дякую за увагу і до зустрічі.